бывает так, что читаешь интересную книгу, куда-то срочно отвлекся, закрыл и потерял нужную страницу. Чтобы этого не случилось, я предлагаю сегодня изготовить вместе со мной интересные закладки для книг. Например, есть вот такой вариант закладки. Посмотрите, какая интересная закладочка в виде дольки лимона. Есть вот такой вариант закладки. Чашечка с пакетиком чая. А сегодня я предлагаю вместе со мной смастерить закладку в виде точки и капельки. Для этого нам понадобится ленточка, фетр 2 цвета, ножницы, иголки, нитки и вата. Ну что, приступаем? Берем синий фетр и складываем его вдвое. Вырезаем капельку. Теперь берем фетр белого цвета и вырезаем из него точку. Вот такая точка и капелька у нас получилась. Теперь мы берем иголку с ниткой и сшиваем получившиеся фигурки. Итак, друзья, мы сшиваем точку и при этом оставляем отверстие для того, чтобы набить нашу точку ваткой, а затем вставить туда ленту и также шить. Поэтому точку сшиваем не полностью. Продолжаем. То же самое мы делаем с нашей капелькой. Сшиваем, оставляем место для того, чтобы набить ее ваткой. Продолжаем. Набиваем нашу капельку ватой. То же самое делаем с нашей тучкой, затем вставляем ленту, капельку и сшиваем. С одной стороны пришиваем капельку, а с другой пришиваем тучку. Вот такая, друзья, у нас получилась замечательная закладка. Тучка и капелька. Теперь вы точно не потеряете страницу, которую читали. Пожалуйста. Всем пока-пока.